Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Assassin's Creed Valhalla. Ну что же, пойдемте поговорим с помощниками Сомы, как нам говорят, чтобы мы поговорили. Лив, Сома говорит, ты построил ее дракары. Так и есть. У каждого из них киль остер, мачта крепка, а на бортах вырезаны стихи, чтоб славить Дренга, что правит им. Дракар — это конь судьбы. Лишь несколько досок меж тобой и глубокой могилой. Нет места лучше, чтобы сложить стихи, м? Верно. Славно идти с тобой в битву, Лив. И с тобой, Эйвор. Спасибо, что вытащил меня и мой отряд из топий. Да, не за что. Господи, делов-то. Из топий вытащить. Ты Галин, верно? Да, это я. А ты Эйвор. Несравненный боец. Вечный воитель. Славное имя. Спасибо. Накануне ты был на волосок от смерти? Да, верно. Саксы гнали меня прямо сквозь эти проклятые топи и в логово разбойников. А потом пришли волки. Каждому сужден свой день. День смерти. Как мы ее встретим, вот что важно. Я горд тем, что был готов к ней. Что ж, я рад, что ты все еще жив. Так, и последний. Ты Бирна? А ты, Эйвор, солнечный луч. Ты рассекаешь туман, как солнце прожигает лед. Ты славно держишься, несмотря ни на что. Нападение саксов, утрата дома. Пока что да. Но ты не чувствуешь? Этот миг промелькнул. Мы свободны ловить новый. Это дар. Я рад идти с тобой в битву, Бирна. Ты славный, Эйвор. Можешь помочь или проучить. Я бы охотно приняла и то, и другое. Ясненько. Ну, так просто поговорили о том, что лучше друг друга узнать, ну, кроме лодочника, мне показалось. А, быстрое перемещение разблокировано. А сразу нельзя было его разблокировать? Занимается день, и ветер свеж. Все ли готовы к грядущей схватке? Пора вернуть ваш город. Прекрасные речи. Жди у западных ворот Грентабриджа. Мы собираемся там. Ну, лады. Дома ты не больно-то рада приказам, кроме как от самого Ярла. Я сражаюсь лишь за Сигу. Пока ты здесь, Даг, ты сражаешься за меня. И ради союза с Сомой, за нее. Что-то он какой-то это. Господи, какая разница, за кого драться? Тем более, что это для Сигурда, все. Че тупить-то? Поехали. Поднимай парус. К цели задания. Быстренько доплывем сейчас. И песенка. О, мне кажется, вот это самое лучшее. Больше и не надо. А, кстати, как вариант, можно попробовать толпой, кстати, напасть на ту чучело, которую мы не смогли убить. Но мне кажется, все равно мы не победим. Она очень неудобно, надо то, что пробивает щиты. Придется грести, Эйвор. Зачем грести? А. Мачту сейчас убирать будут. Убирайте мачту! Не-не-не, тихо-тихо. Все, вот стоим. Вот сюда идем. Тихо. Да, что тихо, мы сюда и так идем. Про нас уже знают. По обе стороны от ворот. Нападать по сигналу и не мигом раньше. Вигмунд знает, что специально мы... Специально ближе не подхожу. Я вызову его на переговоры. Он отвергнет предложенный мир, а потом его ждет сюрприз. Вот и поэтому я не подходил. Вигмунд, бесчестный вор, я знаю, что ты там.
Верни мне Грэнта, Бридж Вигмунд. Уже немало погибло людей. Говори со мной, как ярл с ярлом. О чем нам говорить? Что мне от тебя нужно? Ты гнусная язычница. Я же Тен, а ты грязь из-под мышки великана. Это мой город. Я сделала его шумным портом. Мы оба знаем, что ты выжмешь его досуха, если тебе позволить. Язычница! Сдохни в грязи! Откуда вылезла? Вигмунд, Вигмунд, последний раз говорю. Оставь Грэнта, Бридж. И тогда, быть может, я пощажу тебя. Ба! Грэнта Бридж мой! Я здесь хозяин. И я очищу этот край от тебя и твоих крыс, как рану от гноя. Позволь дать тебе совет, старый медведь. Верный способ очистить рану от гноя отнюдь не меч, но огонь. А можно я стрельну? Ой, спасибо. Пора! Даны Грэнта Бриджа! В атаку, ребята. Смотрите, как сейчас вот... Давай. Вот так. Что Вигмунд сделал с ним? Ништяк. Нет времени. Сперва нужно взять город. Сейчас возьмем. Господи, делов-то вы чё? Умри. Ты чё, блин, уродец? Так, гори. Давай, намечай цели. Я иду с тобой, Сома. Кто рискнет бросить мне вызов? Смерть, сам! Да ты иди сюда, мудила. Мудятел. Вигмунд скрылся, когда мы пробили стену. Идем к длинному дому, он наверняка там. Ну, пошли. А, он недалеко. Смерть Саксом, кто еще дышит? Живыми не брать. Без пощады. Вот и все, зашел. Да в смысле, я блокировал, отстань. Нападай. Что-то они не сильно рвутся в бой. Окей, понял. Такс. А, отвалите. Так, а где вход? Промазал чуть-чуть. Ах ты козлина. Может, спалим его? Че, не? А так неинтересно. А, убить противников у длинного дома. Все, понял. Да, господи, ты чё мажешь-то так? Так хорошо мажет. А, кстати, урон-то от парирования у меня ж вкачанный. Ой, хорошо. Открывай ворота. Вигмунд, тебе от меня не спрятаться. Выходи и бейся. Язычники, Вигмунда нет. Его нет. Тихо. Смерть всем воинам Вигмунда. Тихо. Окей. Да дайте мне прорваться. Уйди отсюда. Где он?
Вот так вот надо его убивать. Да что-то такое себе удар, если честно. Это был мой, в смысле? Надо было убегать. Они отобрали у меня опыт. За этого толстого чувачка. Ритмунда здесь нет. Он, быть может, прячется в городе. Будем искать повсюду? А что так близко? Нет, он сбежал, это точно. Вот это близость. Низкий трус. Но мы рискнули и одержали победу. Пройдемся? Протруби наш боевой рог. Объяви о победе. Это было очень близко. Ну давайте забирать, что у нас тут есть. Это что у нас? Сага о Риге, страница 2. Ладно, это слишком много. Пока что не буду тратить на это время. Да что ты делаешь, господи? Не? Серьезно? Ладно. Да, подожди ты. Тут сокровища. Сейчас я соберу все, что мне нужно, и приду. Не беги вперед, батьки в пекло. Да, нет, не сюда, дурак. Окей. Вот так сначала было сделать. Я не понимаю, вниз. Вот это прикольная штука. А если вот так вот? Что, правда, что ли? Ну, будем знать. И ты долго будешь так гореть? Там есть вообще проход? Ну, как-то же... Да в кого ты целишься, идиотина тупая? Фу, куда? Во что? Что тут? Тут ничего нету, отвали. Нет, значит где-то вход. Вот это что ли? А, ну скорее всего. Больше вариантов нету. Ладно, пойдемте. Протруби в наш боевой рог. Объяви о победе. А, вот он, боевой рог. Пусть Вишир узнает, что Грэнта Бридж снова наш. Рог возвещает радость, долгую жизнь и богатство. Как я? А кто же? Без тебя нам бы не взять город. С тобой пришла удача. Пусть мощь твоих легких снова вдохнет жизнь в мой город. Там внизу что-то есть. Воины! Сильные! Прекрасные! И омытые кровью! Грэнта Бридж снова в наших руках! Завтра вы растопчете тлеющие угли костров Вигмунда! Но нынче мы пируем как боги!
Че это она? Подозрительно. Опа. Что случилось? Моего клана несравненны, правда? Ты доволен? Да, но праздновала ли ты? Или горевала? Я не мог решить. В ночь нападения из длинного дома доносились звуки бойни. И почти сразу город заполонили саксы. Я приказала уходить. Все мы умрем, но не так же. Это был черный день. Мне уже говорили. Саксы появились будто прямо из теней. В Грентебридже не было тайны важнее, чем этот подземный ход. О нем почти никто не знал. Теперь о нем знает не меньше сотни саксов. Однако в тайну были посвящены только я сама и трое моих помощников. Опа! Ты думаешь, что тебя предали? Я это знаю. Но кто? Тут я не уверена. Лив, Галин и Бирна. Кто-то из них. Но кто? Ведь этот ход тайно вырыли мы вчетвером. Я надеялась, ты поможешь мне понять. Ты здесь недавно, мне нужен свежий взгляд. Я обещал вернуть тебе твой город. Дело еще не сделано. Спасибо. Я поручу Галину, Ливу и Бирне избавить Нашир от вигмундовых крыс. Отправляйся с ними, и ты узнаешь их по-настоящему. И кто из них меня предал? Так-то да, по идее, хорошая мысль. Но... Сделаю, что смогу. Но ты знаешь своих людей лучше, чем я. Признаюсь честно, я предвзята. Я люблю их как родных братьев и сестру. Мне нужна беспристрастность. Мне нужен ты, Эйвор. Я помогу. Спасибо. Ходи повсюду, смотри и слушай. Обыщи город и тайный ход. Возьми. За то, что помог нам вернуть Грентебридж. Эта вещь прежде принадлежала моей семье. Угу. Ну идем вниз тогда. Сома не зря выкопала этот ход. Так, берем навыки. Так, здесь я вкачал, что хотел. Вот это, кстати, не проверил. С этим навыком выпущенные стрелы никогда не будут ломаться. Их можно будет заново собирать. О, вот это, кстати, полезная вещь. Блин, но он так долго идет к этому. Он очень долго к этому идет. Но это нужно. Так, если я возьму раз, два, три, четыре, пять. На шестой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На седьмой. Это что у нас? Отравление плюс три. Урон от яда плюс три. Ладно, давайте. Устойчивость дальний бой. Давайте, чего бы нет. Вот это нам нужен, потому что стрелы очень быстро кончаются иногда. Ну, в принципе, тут-то все. А что по заданиям? С орденом. Викинг по найму, это понятно. В мире грез, это тоже понятно. Глава 4. Поговорить с Ливом, поговорить с Бирной, поговорить... с каждым поговорить. Давайте просто Опа. Хорошо. И чё это? Давайте посмотрим.
Крест сделан краской. Ага. Потайной ход ведет в длинный дом. Кто-то отметил его желтым крестом, а затем впустил чужаков внутрь. Похоже, предатели, пара разбойников вышли здесь и направились к берегу. Mm-hmm. Направились. Здесь капли желтой краски. Желтая краска, надо запомнить. Ну, идемте. Вижу. Нет, я поглажу кошечку. А как у нее ключ забрать? А, ладно. Так, не подлагивай, не смей. Мерзкие, гадкие крысы. Опа, 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 опа. Что-то интересное. А, ну тоже желтая краска. Ключ от двери. Но он не нужен. Вот оно, ведро с краской. Кто-то не поленился принести бодейку с желтой краской прямо к берегу. Быстро покрасил стоявший здесь драккар, а затем уплыл. Не без помощи союзников. Ага. А драккар, покрашенный желтой краской. Ну, давайте посмотрим. Ну, просто навряд ли что-то еще будет. О, молодец, давай за мной. Вон тот, что ли? Который впереди. Это точно нет. А, этот тоже не покрашенный. Хм. Ладно, я понял. Так, тихо. Ну, возвращаемся тогда. Вот теперь это удобное перемещение по миру. Ты можешь спокойненько плавать на ездовых животных. То есть желтый драккар. Желтый. Значит, он чей-то. Мы будем его искать. Так, а, давайте так поговорим. Как с каждым из них поговорим. Так, да нет. Зачем ты сюда спрыгнул, дурачок? Ой, а чё не так далеко? Ну, поехали. Я думал, они все в городе, а они куда-то разбежались. А зачем разбежались-то? Давайте не будем объезжать вокруг, давайте просто срежем это дело. Ну, чё за бред-то? Да, замедляться было обязательно, конечно же. Где-то наверху. А, второй чувак мне показался подозрительным, когда он... Ответь же за свои грехи! Угу. Удачи. Отстаньте от меня. Да беги ты. Да в смысле? Газуй, газуй, газуй. Чё такое? На нас свалилось столько бед. Может, на Сому наложили проклятие? Сома всегда почитала богов. Проклятие на нас навлечешь ты.
Если нарушишь клятву, избежишь. Здоров, чувак. Эйвор, то, что ты с нами, честь для меня. Что ты задумал? Весь Шир хочет, чтобы городом правила Сома, кроме этих деревень. Их жители кормят войско Вигмунда. Поэтому мы сожжем их дома, быстро и дотла, как молнии Тора. Как ты присоединился к Соме? Однажды Вельва послала мне видение. Пронзив мой разум, оно развеялось. Но мне было мало. В надежде на новое, я долгие годы ел лишь пелену, грибы и священные травы. Силы мои иссякали. Я скитался, одурманенный и безумный. Саксы хватали меня, но отпускали. Раз за разом. Сома нашла меня в болотах. Я был наг и одинок. Она дала мне все, в чем я нуждался. Я обязан ей жизнью. Видения обладают странной силой. Что ты видел? Я поднимался в гору и нес на себе льва и змею, и изнывал под их весом. Я изнемог. А затем появилась Сома и помогла мне. Мы добрались до вершины. Нам едва хватило там места. На пике, похожем на острие клинка, мы стояли, вцепившись друг в друга. Крепко. Я кажусь отстраненным, одержимым. Но боги всегда с нами. Я считаю мой долг защищать Сому от их гнева. А что ты думаешь о Ливе и Берне? Лив. Прирожденный моряк. Разве что очень увлеченный. А Берна, что ж, для нее жизнь шутка. Сома извлекла ее из канавы. Тайный ввоз товаров, чтобы не платить пошлины, много лжи. Клан есть клан. И я буду драться бок о бок с Бирной, хоть она и груба. Но судьба ее не забудет. Думаю, пора кидать факелы. Избавимся от крысенышей Вигмунда. Нет, он, в принципе, нормальный. Красный враг ветвей быстро очистит это место. Ну, пойдемте разорять, чё уж там. Это мост? Серьезно? Как-то сомнительно. Меня не должны узнать. Накину капюшон. Сожжем эти лачуги! За то, что лизали пятки Вигмунду! Поджигаем, поджигаем. Так, начинает гореть. Ага, и такие стоят спокойно. Да вы чё, ребят? Ну, почти. Этот запах горящих соломенных крыш и торфа. У тебя хороший запах, что ли? Тихо. Умер. Все, отлично. А где? Тихо. Не получилось по-тихому. А где? Ну, блин. О, выше? Нет, я убегу. Я просто слиняю отсюда, ребят, отстаньте. А, вон там вижу. Да ну, а если вот так?
Ну, у него же что-то должно быть. 12 серебра, из-за этого я только прыгал за ним. Ну, капец. Ниже. На 40 метров. Ага. А, где-то здесь. А, вот он. Иди сюда. Наивные. Тихо. Вот, ну, блин, слишком скучно стало драться, когда ты можешь с одного удара убить. Кто? Кто что где? Ты что ли? А, все, вот получено сокровище. Не забрал тогда. Все, убил. Да ты чё, убить не можешь таким мечом? Жалко, что он, когда много кидает много, а когда мало кидает мало. Чё, кто ещё остался-то? Попал все равно. Умелая работа. Вигмунда заденет за живое. Ты ревел и крушил, как огненный сурт, шагающий сквозь пламя Муспельхейма. Увидимся дома, Дрэнк. Ну, поехали дальше. Давайте сливом. Куда? Нет, не туда. А где конкретно? Йоу, а есть поближе? Ой, господи, задание. А, ну, по порядку, короче. Так, нам надо переплыть. Нам бы где вообще перейти это дело? То есть вот, вот здесь, наверное, да? Ну, пускай едет сам тогда. Кто-то еще жив остался? Серьезно? Я думаю, всех перебили. Ага, да-да-да-да, иди зови подмогу. Колокол у вас не работает уже. А что замедлился-то? Солдатики? Я тут не при делах, меня это... Меня тут не было. Поля. Сожгем, чтобы неповадно было. А, хотя дождь, да, решил сжечь поля во время дождя. Ага, это где-то рядом. Сейчас мы что-то тоже будем захватывать, видимо. Ногти растут, даже если тело остыло. Сама видела. Не может быть. Эй, Вар, мой могучий друг. Тут рядом укрылись люди Вигмунда. Мы перебьем их всех. Прям-таки всех? Чем меньше в шерсти в шее, тем меньше киска чешется. Вот как я считаю. Как ты присоединилась к Соме? Я приплыла в Англию раньше Гутрума, Ивара и Убы. Возила товары, обманывая и саксов, и данов. Я лгала, крала, получала в нос. Было трудно, но я научилась терпеть боль. Я над ней смеялась. Сома разглядела во мне не просто торговку. Я оказалась полезна не только себе, но и ее замыслам. Другие не верили тебе, а она сочла тебя достойной. Да. И за это я ее люблю. Впрочем, я люблю в ней все. С тобой людям становится веселее. Должно быть, с вами тоже. Умея читать чужие мысли, жизнь стала бы ужасно скучной.
Но Соми кажется приятно быть со мной. Быть с тобой? Просто быть. Не так, как мне хотелось бы. Видишь ли, смех помогает смириться с горькой правдой. Радость жизни, вопреки страданиям, это бунт. Тебе нравятся другие друзья Сомы? Галин и Лив? О, Лив зверски притягателен. Так и хочется, чтобы он облапал как следует, а потом уснул на груди. Он все вопит о чести. Но благородные люди не устраивают пожары, чтобы геройски потушить их. Галин мастер думать мрачные думы. И сразу весь такой важный, просто прелесть. Так и день пройдет, а саксы упорхнут из гнездышка. Надо нам подобраться поближе. Моих людей позовем, если что-то пойдет не так. Mm-hmm. Ну ладно, окей. Идти с тобой в битву должно быть весело. Славно, что мы рядом. Лучше держись подальше. Вдруг поставлю тебе синяк. Это что, типа смертельный? А, он свалился, понял. Тихо. Еще один. Вот это, кстати, прикольно сделано. Тоже хорошо. Так, мы рвемся дальше. Вот до этого навыка. Я бы вот это вкачал сейчас, на самом деле. Урон от внезапной атаки, нифига себе, как много. А мы где залезем-то? Здесь нигде нельзя. А, нет. Стань моими глазами, Сюнин. Здесь можно залезть? Нет, здесь нельзя залезть. Отлично. Просто отлично. Стрелы, естественно же, забираем. Да в смысле? Ты чё, дурак? Ты как вообще промазал? Вот они ходят сзади, они мешаются только. Шуму от тебя было, как в Рагнарёк. А саксы даже не заметили. Не у всех такой тонкий слух, как у тебя. Если он умер? Тихо, тихо, потихонечку, потихонечку, полегонечку. Так, одели, забрали, пошли дальше. Так, 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 так. Там вот они сражаются что-то. А ты умеешь ходить легко и бесшумно? Научился еще в детстве. Зимой далеко слышно. А я частенько упражнялась, уже ровно спать, и потом обратно. Так, а что это нам видишь, Сюнин? Вокруг надо проходить. Что там? А, это дерутся, что ли? Ну, пускай дерутся, а мы пошли дальше. Так, зашли. Что-то никого сильно-то и не видно. Постой. Да ты серьезно? Кто где целит меня? Ну ты, блин, своими пятками сверкаешь. Да
давай. Опа. Серьезно, он меня поджег. А может, я перестану гореть? Нет, нет. Ничто. Сам ты ничтожество тупое. Иди сюда. Вот так вот. Вот и все. Делов-то. Ключ? Где ключ? А, вон он валяется уже. Давай, открывай. Все, готово. А, новую способность. Нифига себе, ну-ка давайте откроем. Ага, ближний бой. А, вот это я что не... А, вот это я не понял, как делать. Приступили валить противника на землю, обрушая на нас, чтобы помещать, чтобы не потерять равновесие, по перемене нажимайте Q. Ага. Но пока не будем. Рывок с броском. Один. Удерживайте один, чтобы рывок был непрерывным во время навыка. Коснитесь любого врага, чтобы схватить и поднять его. Ну давайте на троечку попробуем, что ли. Так, что у нас здесь? Тихо. А, да... Сам ты сволочь. Я читал письмо. Отвали. А, Тен Рандвальд посылает тебе небольшой подарок. Благодарность за труды твои. Люди прекрасно обучены и жаждут сражаться. Прежде я не видел воинов, которые горели бы большим желанием вернуть то, что принадлежит им по праву, а затем защищать это. А твоя преданность безусловна, и я знаю, что всегда смогу положиться на тебя. Победа будет за нами, Вигмунд. Тен Рандвальд. Ага. Да господи, почему я эскип-то нажимаю? Это я забираю. Иду сюда. Где-то там доспех. Где-то там что-то новенькое. Бесполезное, но новенькое. Доспех охотника. Вот и все. А если я вот так вот сделаю? О, тут еще было что-то. А мог пропустить. Вот, все, он прорывается, отлично. А вы не хотели бы сгореть, сэр? Сэр, я предлагаю вам сгореть. Тихо, 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 тихо. Блин, он так долго горел, я думал, ну, еще дольше будет. Ты славно сражалась, Берна. Заигрываешь, Эйвор? Что делаю, прости? Расслабься, Дрэнк. Увидимся в Грентабридже. Угу. Так, у нас остался еще один. Мы, наверное, не успеем. Пока доедем, уже и время-то кончится. Уолден и убить местного священника, верного сторонника Вигмунда. Да они все, в принципе, что-то вроде более-менее адекватные. Но остался последний. А там видно будет, потому что, ну, пока идеи вообще ноль. Кто это мог быть? Такс. Тогда что? Берем вот эту железку. Ладно, эту не берем. Берем вот эту железку и заканчиваем на сегодня серию. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!